Европа в огне. Из-за аномальной жары в Португалии и Испании бушуют лесные пожары. А в Германии огонь едва не уничтожил целый жилой квартал в городе Зигбург. В результате пожара там пострадали более 30 человек. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Обугленные дома и буквально дотла сгоревшие машины – это последствия крупнейшего пожара в немецком городе Зигбург. Там накануне загорелась сухая трава на железнодорожной насыпи, а потом пламя мгновенно перекинулось на жилые дома. В результате пожара, который не могли потушить несколько часов, пострадали более 30 человек. По данным врачей, за медицинской помощью обратились 32 человека. Все они отравились продуктами горения. Причины пожара еще выясняют, но согласно основной версии, его могла спровоцировать искра из-под колес скоростного поезда. О высоком уровне пожароопасности постоянно предупреждают и немецкие чиновники. В зоне риска леса и заповедники. Аномальная жара пока не сдает свои позиции на большей части территории Германии. Сегодня снова рекордные 37-38 градусов по Цельсию. С огнем борются и в Южной Европе, так в Португалии горят леса в регионе Алгавре. Пожарные и военные делают все, чтобы пламя не подобралось к туристическим курортам. А в Испании все силы брошены на тушение лесных пожаров возле города Валенсия. Из зоны бедствия эвакуировали почти 3000 местных жителей. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».